Соперник хороший, чешская лига. У нас немножко прижучили сразу. Всякие удаления, какие-то замайки, там еще что-то, да, неспортивное какое-то. Но выстояли хорошо и, скажем так, пришлось сразу входить в игру очень быстро. И достаточно неплохо играли и, скажем так, достойно. Как влился в коллектив? Ну, команда хорошая, на самом деле, практически против всех играл, несколько человек знал до этого. Ну и, я говорю, все в лиге, вот, в нашем хоккее российском, друг друга знаем, мы заочно сейчас вот познакомились, проблем вообще не было, классные ребята, вот, как будто знал их всю жизнь. Хорошая равная игра была сегодня, вот, реализовали моменты, выиграли по буллитам. Двигаемся дальше, предсезонные сборы. Караганда с победой! Караганда с победой!